насколько его пошло в регионах. Ну, то есть мы видим, что внимание к регионам высокое. В любом случае, Сколково, кто бы что на данный момент времени не говорил, это крупнейший интегратор в сфере высоких технологий. И крупнее интегратора нет. Все направления, которыми занимается Сибирский федеральный университет, представлены в Кридби. И поэтому нам и интересно, мы говорим чуть шире, например, технопарк Сколково, потому что даже, например, сертификация или лицензирование, или клиническое испытание по биомедицинскому направлению, оно требует дополнительного оборудования и специалистов, которых, еще раз говорю, ни у нас пока, ни в Кридби нет. Сколково нам помогает в некоторых случаях открывать те двери, которые не открываются перед обычными компаниями. Поскольку мы ориентированы на бизнес, мы ориентированы на компании крупные, в том числе инновационные, которые готовы внедрять наши разработки. Мы были очень заинтересованы выступить именно здесь, на инновационном форуме в Железногорске. Мы считаем, что польза от этого мероприятия для нас будет в первую очередь, потому что мы получили прямой контакт с представителями тех самых градообразующих крупных компаний, которые здесь в городе уже есть, которые уже готовы искать среди стартапов какие-то новые услуги, новые решения. Являюсь резидентом Сколково второй год. На сегодняшнем мероприятии мы поприсутствовали. Я считаю, очень полезное мероприятие для всех резидентов, которые относятся к Сколково. Очень много полезной информации мы получили. Есть возможность нам показать, чем мы занимаемся здесь. Это тоже очень важно, я считаю, чтобы была обратная связь. Со Сколково они поступают регулярно, то есть поэтому такие вот высокоточные работы мы выполняем на нашем оборудовании. В основном со Сколково приходят как раз заказы, те, которые позволяют нашим специалистам оттачивать свой уровень мастерства, потому что они обычно повышенной сложности. Что те резиденты, их у нас 10, которые сегодня являются резидентами Сколково, благодаря преференциям, которые предоставляет Сколково, это дало хорошую почву для развития проектов. Не всегда гранты помогают, но даже налоговые льготы, они дают хороший задел для реализации проекта. Наша компания занимается разработкой и внедрением технологии оптически прозрачных проводящих покрытий, которая построена на новом принципе. То есть это альтернатива традиционному оксиду индия. Участие вот на стенде Сколково в рамках этого форума позволило провести беседу с губернатором Красноярского края Львом Владимировичем. И с его стороны поступило очень интересное предложение. Поскольку для универсиады в Красноярском крае строится ряд объектов, используя в этих объектах уже инновационное решение в качестве демонстрационного объекта. Мы верим в сырьевую составляющую, вот эту инновационную, почему-то ее хорошо прячем, вот она должна быть на поверхности. И вот центр Сколково, наверное, является тем индикатором, который показывает вот эту инновационную активность, да? И главное, тех людей, которые, да, ее генерят. Я всегда говорю, что у нас хорошо, да. А сейчас скажу, что у нас очень хорошо. Да, то есть уже ты не только англичан, кого еще уже подобрал? За красноярцев принял. Да, за красноярцев. Молодец, говорит, сначала, для того, чтобы взять красноярца, надо было через Лондон пройти, да? Начали мы с денег зарубежных бизнес-ангелов, и теперь как достижение рассматриваем то, что и у отечественных получили. Что именно такая последовательность, а не наоборот. В
Красноярском крае, в общении со стартапами, то, что, пожалуй, запомнилось больше всего, это, наверное, та глубина дискуссии, острота вопросов, которые задают и поднимают сами инноваторы, предприниматели, стартапы. И получается не только такое одностороннее вещание со стороны Сколково о тех возможностях, которые есть у нас, но при этом очень такой критичный, прагматичный, целенаправленный, содержательный диалог, в котором сами стартапы поднимают те вопросы, которые действительно важны и актуальны для них. Общение очень полезное, конечно, потому что мы получили какие-то консультации уже, в том числе получили информацию о том, как свою стратегию дальнейшего взаимодействия со Сколково уже выстраивать в будущем году. Может быть, задумаемся о том, чтобы подать грант фонд Сколково, может быть, даже вот с этой технологией, с градом, потому что, мне кажется, очень сильно подходит для кластера энергоэффективных технологий. Сколково для меня, в частности, как замминистра управляющей инновации, является неким определенным критерием эффективности самого проекта. Если наша компания, непосредственно Красноярска, стала резидентом, это уже является неким высоким качеством. Сколково – это образ мышления, это подходы к решению задач, а не просто территория. Вот в этом смысле я скажу о том, что мы испытываем определенные надежды на сотрудничество со Сколково как сложившимся российским международным брендом.